продолжаю говорить про нашу бизнес-игру «Включатель», продолжаю в ней участвовать и хочу немножко рассказать, какие впечатления опять у меня есть. Вот сегодня я вспомнила про эффект 101 обезьяны. То есть смотрите, да, в каком окружении мы находимся, так мы и начинаем действовать. То есть когда там варишься в собственном соку где-то, то можешь подумать, что почитаю книжку попозже, что-то сделаю там попозже, ничего не, нет никаких обязательств, да? Особенно для тех, кто работает самостоятельно, на фрилансе, да, на себя кто работает, но никто вроде бы не подстегивает, кроме, может быть, там налоговой или еще чего-то. Вот. А тут понимаешь, что все люди делают быстрее тебя, или кто-то есть, кто быстрее тебя делает. Смотришь, как остальные что-то успевают делать, смотришь новые фишки и подстегивается. Опять-таки боишься подвести команду, и это очень хорошо получается, в общем-то. И что еще хотела сказать, смотрите, да, вспомнила про эффект 101 обезьяны. Ну, все знают, наверное, его, но кратенько скажу, что проводили ученый опыт, например, какие-то фрукты обезьянкам бросали на песок, и им не нравилось их кушать, и там первая обезьяна придумала, что фрукты надо мыть. И все обезьянки стали на ней смотреть, и также по очереди стали ходить уже есть не грязные фрукты, а мытые, чтобы не жевать этот песок. И когда количество обезьянок на острове стало там 100, то сотая обезьяна, которая не знала, откуда вообще ноги растут, стала тоже так же, вот приехала только обезьяна, привезли ее, и она сразу уже начала мыть фрукты. То есть у нее на этот навык уже появился эффект 101 обезьяны. То есть когда делает толпа, то ты тоже с этим легко справляешься. Поэтому вот такие моменты на самом деле в командных играх очень-очень разные. Ну и, конечно же, да, когда есть второй момент, когда говорят, что даже в школе лучше быть отстающим, ну, скажем так, среди отличников, чем отличником среди в классе, где есть отстающие, да, потому что если отличника поместить в класс, где все там двоечники, то со временем он тоже станет двоечник, а если двоечника поместить в класс, где есть отличники, то, соответственно, он также попадет, также, в общем-то, будет как масса, да, поэтому вот у нас командная игра, если все стараются, все что-то делают, все шевелятся, все читают умные книжки, все совершенствуются, кто-то в Ютубе, кто-то ВКонтакте, кто-то осваивает какие-то еще социальные сети, кто-то что-то изучает, да, то, соответственно, мы все вместе растем. Это вместе расти гораздо выгоднее. Вот такие вот у меня сегодня очередные выводы от этой игры. Кому интересно, подписывайтесь и оставайтесь со мной. С вами была Надежда. До новых встреч! Речь.